Уборочная в Беларуси набирает темпы. После затяжных дождей погода дала аграриям работать в полную силу. По стране уже намолочено 680 тысяч тонн зерна. В лидерах Брестской и Гомельской области к уборке приступили в самом северном Витебском регионе. И сегодня здесь появился первый тысячник. Комбайнер Глубокской интеграционной структуры Сергей Зеленкевич намолотил свою первую тысячу тонн на полях Брасловщины. Пока жатва в области идет в 12 районах, остальные должны влиться в уборочную в ближайшее время. В лидерах Глубокский, Брасловский и Шарковщинские районы. В текущем году нам необходимо убрать 354 тысячи гектар зерновых зернобобовых культур. Убрано 2240 гектар, намолочено 6400 тонн. Основной вал зерна, конечно, в области будет созимых зерновых. По прогнозам специалистов, несмотря на июньскую засуху, каравай 2019 будет неплохим. На сегодня урожайность зерновых составляет 36,8 центнера с гектара. В прошлом году на эту дату цифра составляла 26,1.